Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Давай посмотрим ежедневки. Так, вытяните дополнительную карту, это хорошо. Так, выиграйте игру растением-героем-умником и повысьте силу 3 зомби. О как, а что значит умник? Растение-умник, это кто у нас? Ну, по-моему, это страж. Мне кажется, надо играть именно за зеленую тень. Ну что, попробуем? Я не знаю, ребят. Прав я, не прав. Но посмотрим, попытаемся. Надо выиграть еще для начала. А это не так уж просто, тем более, когда ты находишься на 37-м ранге. Так, поиск соперника почему-то долго идет. О, нашли. Чего? 5-го ранга? Ничего себе, это что это так? Нет, я ничего не хочу сказать, но 5-го ранга. Ладно. Ход зомби. Зомби ничего не стал делать. Так, получил. Давай вот так вот сделаем. Что происходит? О как! Ты гляди! Это что за фокусы такие, ребят? Ха. Я не понял юморка. Погнали. На. Окей. Так, он опять за свои, да? Вот так вот он решил сделать. Я не знаю, кто у него там, если честно, ребят. Кто же там у него может быть? Давай вот так вот сделаем. Опа. И делает еще корова жадность всем. Давай. Так, в минус. В минус. Защита у него, конечно, сработает. Это вот не очень хорошо для меня. Да не только для меня. Вообще нехорошо, ребят. Так. Что мы можем себе здесь позволить? Даже я пока не могу представить, что. Давай сделаем, наверное. Блин, ну это фигня получается. Давай вот так вот сделаем. Так. И, наверное, вот так. Там уже будет видно. Не забывай, что у него 4 энергии. Он сейчас может какую-нибудь пакость сделать. 5-го ранга. Но это, видимо, чувачок шарит, как играть. Опа. Так, зачем ему доп. Энергия? Давай кого-нибудь уберем отсюда. Угу. Насколько помню, он в могилке, да, появляется? Он появляется в могилке, значит, мы его заморозим.
Вот он что делает. Так, 4, 4, 8 нам нужно, 8. Давай сделаю, короче, так. Ёк-макарёк, да и вот так сделаем, пожалуй. И, наверное... И вот так, наверное, еще сделаем. Так, ну что, получается, 3... Бамс. Тан-тан-тан-тан-тан. Да, вот тебе тан-тан-тан-тан-тан-то. Я, наверное, сделаю вот так вот все-таки. Плюс вот так вот. Да и хорош, наверное. Ох ты! Ты гляди-ка, что сделал. Еще и две энергии получай, да? Он же может кого-то переместить. Вот этого, например, 6,5, 11 плюс 4 в лицо. А у меня только ягода. Ах ты, вон как делает. И куда перемещаешь? Ну, естественно, сюда, на первую линию, понятно. Ну что ж, поехали, так. Нам только на защиту надеяться, ребят. Теперь смотри, что мы делаем. Выстреливаем сюда. И все. Убрал. Нашел, откуда убрать. Да, это, конечно, было глупо вообще, ребят. С его стороны это было просто опрометчиво. Так, что, сразу два этих выполнили? Два задания, что ли? Так, а последний у нас как там звучит? Повысить силу зомби на 3. Даже, ребят, не знаю. Ну, давай попробуем сыграть за нашего замеха. 1000 лет я за него уже не играл. Давай посмотрим, не потерял ли он хваточку, так скажем. Опять, вот что за растение ждал полчаса, пока найдем противника. Что я теперь играю за зомби, то... А, вот, нашли. Так, 25-й уровень. Ну, в принципе. Так, вспышка на солнце. Совсем нехорошо, ребят. Совсем нехорошо. Ладно, посмотрим. Не забываем, ребят, я играю на спортивной колоде. По-моему, если не ошибаюсь, я ничего не изменял. Там чисто спорт идет. Хотя, ты знаешь, всякое может быть. Так, ландшафтик есть, там кто-то у меня в друзья набивается, надо будет потом принять. Хороший удар. Но пока я пропущу ход. Здесь пока мне ничего не надо делать особенного. Тем более, сейчас посмотрим, что он выставит. КК Гблейд. О, видишь, что он вызвал? Естественно, мы с тобой этого чудика... шариком-то и давим. Ну, чтобы он не прокачивался здесь. Так. Да не буду я, наверное, пока опять же ничего ставить. Да он опять его выставил сюда, ты посмотри. Он опять его выставил. Давай, наверное, так вот сделаем. Он будет прокачиваться, ребят. Естественно, будет 2-3 сейчас. А, 2-2. Вот так вот. Поехали, я сделаю вот так. Но он его может уничтожить, ребят. Так что, как бы, обольщаться не стоит.
Он может солнечным ударом этого бомбануть. А, у него фруктовый микс, оказывается, есть. Во, даже как, видишь? А этого мы с тобой сейчас уничтожим. Он, конечно, мне два в лицо зарядит, к сожалению. Но мы его с тобой быстренько приберем. Мы с тобой его быстренько приберем. Мы даже можем сделать вот так. Посмотрим, что он сделает. Все зомби на земле получают минус один, минус один. Может такое сделать, но я сомневаюсь, что у него прям все. У него терновый был. Эй. Он сделал отхильчик. Давай так сделаем себе. Тынц. Вот шикарно, поехали. Пеню. Так, ну что, поехали, наверное. Замечательно. Так, а что нам нужно сделать? А, приумножить, да? Ох. Вот это уже новенькое что-то, ребята. На хилах. Вспышка на солнце на хилах. Ладно. Чего умоляю. Не, ну дело, конечно, его. Дело, конечно, его. Ладно, поехали. Он пробить нас не пробьет. У нас с тобой сработает защита. Вот. Теперь мы с тобой сделаем вот так. Надеюсь, у него нет могилоеда. А иначе будет бобо. Заменяет. Хорошо, заменяешь. Ну, как ты понимаешь, урон мы не получим. Потому что сейчас у нас работает защита. То есть это все просто в трубу улетит. Поехали. Минус. Бенс. Так, мы это с тобой уничтожаем. А что он тут поставил за ландшафт? А, подсолнухи там появляются, да? Там появляются у нас подсолнухи, оказывается. Ну, давай я сделаю вот так вот. Я думаю, ему понравится. Не, он может... Зомби на земле, как я уже говорил раньше, получает минус один, минус один. О! О, что делает? Забористо. Рискнем. Как хорошо, ребят. Как же хорошо. Поехали. Уничтожи, да, конечно, тут не поспоришь. Роза есть роза. Так, а мы сейчас будем с тобой выводить. Опа, королик. Королик, королик, королик. Давай так сделаем, посмотрим. О, еще одну розочку позвал. Ой, какой ты. Какой ты молодец. Правда, бесполезно, потому что у нас места нет. Но, тем не менее. Угу. Угу. Срабатывает защита. Что он там делает? Что у него там есть? А, солнечный удар есть. И все, сейчас мы его пробьем. В лицо пятерочка прилетит ему. На-ка, выкуси, гаденыш. Ну, вспышка, ой, вспышка. Ну да, вспышка на солнце, ребят, побеждена. В общем, зомби нормально держит удар. Зомби держит нормальный удар. Ну что, давай тогда еще раз сыграем.
Ну, ежедневки мы с тобой все выполнили. Так, а вот здесь уже посерьезнее. Здесь орех, 100% на хилах. Скорее всего, может быть, на орехах. Поэтому я оставлю, пожалуй, все как есть. В принципе, меня устраивает. Баллончик есть, Резолька, да. Есть сумоист. Но, опять же, повторю, против хила вряд ли мне это поможет. Если он сейчас будет ждать, пока ему нанесу урон, то 100% это на хилах. Ягодки свои будут расставлять, да? Ну, все как полагается. Давай сделаю так. Ну, он, наверное, поймет сейчас сразу же по первой карте, что... Я хочу выйти на хилах. Он может поставить орех сюда сейчас. Друзья, я был прав. Я был прав. Так, ну что мы сделаем? Он сразу у нас бомбит. Здесь зомби получает, наверное, способность. Давай вот так вот сделаем. О, переместил. Ну и куда мы его? Сюда поставим, обратно? Переместить его обратно. Знаешь, что лучше нам сделать? Наверное, вот так вот. Фест начнется. Да-да-да, я ничему не удивлен, ребят. Хиляться и тому подобное. Погнали. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Что делать будем? Давай вот так вот сделаем. Угу. Поехали. Ну, тут понятно, сработает. Что он там может? Орех, фонтанчик применить. Применять фонтанчик, ради бога. Пиус. Так, дальше что сделаем? Если он орех туда поставит. Ладно, хорошо, давай сделаем вот так вот. Ну ладно, хорошо. Подбил ты мне зомби. Поехали. Так, не забывай, что он может поменять ландшафт. Вот этот вот. И вызвать свою супер-пупер. Ты понял, короче, да? Допустим. Посмотрим. Опачки, яблонку позвал. Окей, погнали. Ой, хорошо-то как. Давай так сделаем. Блин, сейчас орех сюда влепит, да?
О, смотри, что делает. Так, ну эту гадость мы с тобой уничтожим. Все. Отлично, погнали. Угу. Так, а ландшафтик? Серьезно? Ну ладно. Так, а вот теперь... Ну, гаденыш, а? Давай так сделаем. Поехали. Конфетка. Все. Блин, надо было сюда ставить, наверное. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Сделаем с тобой вот так. И вот так. Угу. Роза. Поехали. Ай, как не вовремя. Я так и думал, что он орех поставит именно сюда. Так-с. Далее смотрим. Да ты оборзел, что ли, блин, а? Ну все, ребят, тут уже крышка. Тут уже ничего не поделаешь, к сожалению. Тут все. Ну что поделаешь. Ну вот на хилах так вот работает. Так, ладушки, давай-ка мы попробуем теперь с тобой за гриб поиграть. За гриб почему-то мне больше всего нравится, но, опять же, ребята, раз на раз не приходится. Блин, высшая лига. Почему вот они так делают, высшая лига? Например, 27 ранг, да, дают 5 ранга. У меня сейчас это, они дают мне высшую лигу. Что с ними не так? Почему вы так делаете? Не знаю, что у них там на уме. Давай, бесячество. Может быть, что-то новенькое увижу в твоей тактике. Такое ведь может быть. Что у тебя там есть? Камень? У него валун есть вообще или нет? У него... О, он амфибию вызывает. И сейчас, как всегда, на воду, да? Видишь как? Амфибия на воде, ладно. Парень, так дело не... Подожди. Давай так вот сделаю. Не знаю, что у него там есть. И вот так вот. Он может спрятать в надгробие, по-моему. Что-то такое, ребят. А, ну перемещает. А, как хочешь. Поехали. Тюнь-тюнь, мы тоже ему три в лицо. На, ну у него, правда, сейчас будет...
Да-да-да-да. Еще вытворяет. А давай я вот так сделаю. Ну, хорошо, наносишь 2 единицы урона. Вот с этим надо что-то теперь думать. У него, ребята, мало карт, 2. То есть он как бы, ну... О, звездочка. Уж не знаю, что он там задумал, ребят. Давай вот так вот и сделаю. Ага, блин, ты достал. Сейчас же будет бомбашить своей этой фиговиной. Давай так еще сделаем. Сейчас опять же бомбанет, ведь так? Сейчас еще мне в лицо. Так, кто там у него? О, костеплю, ребята. Че он там, где могилку? Он там поставил, да? Сейчас посмотрим, кто там вылезет. Если какой-нибудь мощный, мы его, естественно, с тобой уберем оттуда. О-о-о. Давай вот так вот сделаю. Не знаю, кто там. Посмотрим сейчас. О, видишь, какой фруктис. А здесь... О, с защитой, ребят, вылез. Так, срабатывает защита. Ну, что он там сделает? Мне надо как-то... Серьезно? Ты глянь-ка. Три, три, шесть, да, получается? Даже 2 у него таких. Фокусники, да? Блин, жалко, ребята, у меня не выпал заморозчик могил. Ну, замораживает, который могилки. Опа, прочерк берет. Вот это плохо, ребят. А может быть, хорошо. Он же сейчас еще бомбанет, да? Видишь, как творит. И срабатывает защита. Это мы с тобой оставляем. Сундук. Ниндзя. Карта у меня все, ребят, тю-тю. А мне 6 единиц в лицо получить будет очень-очень больно. Блин, у него еще и защита сработает, верно же? Ладно, этого уберем. Да ё-моё, ну... Ну тут все, ребят, тут фиаско. Девять. Я никак не смогу, к сожалению, пробить ему 9 в лицо. Ну как вот тут сделаешь?
Когда он тебе сейчас будет просто пробивными делать, и все, ребят. И все, и приплыли. Жаль, очень жаль. А так было бы хорошо, ребят. Если бы вот не вот эта вот шпана. Гриб, к сожалению, защиты не имеет от пробивных вот от таких. Так что сфейлились мы. Сфейлились, причем по полной программе. Так, Т-145. Давай посмотрим, что у нас здесь получится. Здесь вполне меня устраивает, если честно. Такой вот расклад нормальный. Давай так вот сделаем. Потихонечку начнем, да? Угу. Я уж не знаю, что он там будет сейчас вставлять. Берет мозги. Срабатывает защита. Вытягивает добуры какие-то подозрительные. Угу. О как. О как он делает. Давай-ка попробуем это взвучить. О, нормально. Погнали. Картами плохо все. Он же ландшафт здесь ставит, он же выстрелит, по-моему, да? Да. Эти сейчас защиту ему пробьют. Плохо. Опачки. Нифига он там сейчас добор энергии-то наберет. 4. Сейчас бонусная атака или всех. Что он там делает? Еще. А, вот он лошадь берет. Он берет ландшафт. Угу. А вот он сюда поставит сейчас. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Поехали. Так. Ты смотри, заморозку делает. Заморозку. Так, ну что там получается? Так, добирает энергию. Это понятно, прокачивается. Кровожадность. Вот так вот, да?
Эх, друзья мои, ну что это, ну... Мне нечего поставить сейчас в данный момент. Это же стрелять будет сейчас. Ну что, давай смотреть. У меня ничего не осталось, ребят, все. Я гол как сокол. 1 плюс 2, это 3, 4. Ну, заменяет, хорошо, заменяет. Защита. Ну, ему крышка, короче. Я немножко в шоке, что гриб вообще здесь у меня справился, если честно. Тут шансов было, если честно, маловато. Просто маловато. Так, подожди, а мы с тобой за зомби... Кого-то я за зомби в последнее время тестил, и мне понравилась там колода. Вот я не помню, кто. Кто же там такой... О, неплохо, кстати. Первого, второго нет ухода. Максимум третий. Ну, еще неизвестно, какой мне суперудар достанется. Хил. Не совсем то, что я хотел. Вспышка на солнце — это непредсказуемый персонаж, потому что он может и на грибах работать, он может и на хилах попробовать. И на заморозке он, по-моему, вроде может, да? Или я что-то путаю? О, видишь, что он делает? Бананы, ё-моё. Как тебе такой расклад? Вот и я в шоке. Я ничего пока делать не буду. Баллончик, ребят, баллончик. Пшикнем. Но я просто не хочу, чтобы он плодил себе тут бананы. Скажу честно. Пускай потратит свой банан, который там у него есть, если он у него остался. А он у него наверняка остался. Да пока ничего не будем делать. Вот, я тебе говорю, что он потратит банан. Вот и прекрасно. Я только за, ребят. Да опять он своим бананом, а? Так, у нас есть валун. Попробуем. Посмотрим, что он сделает. Вот, видишь, он уничтожает. То есть молоточки, да, всякая фигня, это у него присутствует. Поехали. Хорошая карта, кстати, выпала. Ну что, молоточки там, давай, применяй свои кувалочки, дубинушки. Вот это плохо. Это, друзья мои, очень плохо. Ну что, придется бомбить. Пропустим ход, наверное. Ягоды. Хм. Ну это однозначно сейчас упадет. Так, восстановим здоровье. О как. Закружился, да?
Ну, давай я сделаю вот так вот. Так. Да и, пожалуй, пока все. Да ну нафиг. Блин, ты что, серьезно, что ли, сейчас? Он серьезно это? По-моему, нам крышка, ребята, или как? Ага. Чего там с... уничтожает всех растений 2 и меньше? Два и меньше. Уничтожает зомби, окей. Ох. Смотри, что творит. Чё это вообще, ребят, не айс как-то, если честно. Ну куда ты, блин, запоздавший такой. Ну и что ты мне дашь? Ну все, ребят, тут крышка. Пипец, просто. С этим желудем, блин. Так вот и будем с тобой с гриба да на зомби. Желудь, желудь уничтожить. Почему не было этого? Ракеты. Потому что ракету мы с тобой потратили уже. Мы ракету потратили на зубостезилу, да? Ну, она не зубостезила, я не помню, как она называется. Ну, короче, вот на него мы сфылили. Ну, тут тоже набор карт. Ладно, попробуем. Танцор, как всегда, со своими кренделями сейчас начнет тут раздавать. Фейлимся, ребята, фейлимся. До 40 ранга, ну, тяжело добраться мне. Нет, я, конечно, могу. Когда вот не снимаешь игру, у тебя все идет идеально. Как только начинаешь снимать, видосики, идет все через одно место. Ну, вырезать я ничего не буду, ребят, мне лень. Пускай все идет как есть. Ну, вот че, вот куда ты приперся-то здесь, а? Иди ты к чертовой бабушке отсюда. Достанет просто. Ну что мы поставим с тобой? Я не знаю, что мы поставим с тобой. Я знаю, что у него есть заклинашка, и он ее может использовать. 3 урона наносит. О, видишь? Но зато он ее потратил. И это очень меня радует. Пугало огородное позвал свое, видишь. Так, ну что мы сделаем? Ну, 2 в лицо, я думаю, это не критично, да, ребят? Поехали. Ну, естественно, у него сразу срабатывает защита, а у меня защиты нету. Как ты достал, а? Вот серьезно тебе говорю.
поехали. Сейчас будет обстрел. Бумс. Бамс. Это я пока не буду применять. Естественно. Ого. Даже так делает, прикинь. Мы сделаем с тобой тогда вот так. Так, здесь мы, наверное, сможем прикрыться, я думаю, или как? Как нам лучше сделать? Наверное, вот так вот все-таки, да? И вот так. Поехали. Так, в лицо. В лицо этого. Допустим. Угу, позвал кибернетик своего, да? Он позвал своего кибернетика. Поехали. Куда ты, что делаешь-то? Твою налево, я хотел. Ой, дурдубина, а. Ну, ребят, ну я хотел. Пипец, блин. Это что вот такое? Это как называется, а? Пипец, просто пипец, ребят. Я хотел поставить этих. Какого фига я нажал сюда-то, не понимаю. Да это ты. Пускай, не знаю, идет отдыхать. Как нам сделать-то лучше? Так, наверное, да? Я не знаю, ребят. Это бред. Пять в лицо. Он хиллера-то опять поставит, да ведь? Тут уже победа давным-давно должна была быть. Он сейчас опять его выставит, этого хила. С своими танцорами, да? И это все. При уничтожении гриба наносит 2 единицы урона случайному зомби или герою. Так, за исполнение получает плюс 1-1. При использовании амфибий, хрибий и тому подобное, да? Поехали. Уже победа давным-давно была быть в кармане у нас. Ну и все, да? Наверное, я думаю. О, все, ребят. Это фиаско, брат.
Это фиаско, брат. Срабатывает защита. Ну и последнее растение вызываем. Ну все, вызвал танцовщиков, молодец. Вот и запинали. Но все равно победа уже должна была быть давным-давно, ребят. Ну зачем я вот попустил там ход? Как-то проводил чисто так вот мышку, хоп, и случайненько нажал, ребят. Не специально, поверьте мне. Опять бесячество. Ладно, последний бой сыграем, ребята, и будем закругляться уже. Неплохой расклад, кстати. Видишь, что творит? А сколько он наносит в лицо? 2, да? 2 урона. Ого. А ну-ка иди отсюда. Так, он опять свою сейчас пугало поставит, ведь так? Что я могу сказать? Давай я сделаю вот так вот. Слушай, он же может сейчас переместить, ребят. Сейчас есть у него бонусная атака. А, нет, у него такая фигня. Ладно. Ничего страшного. Тюнь в лицо. Тюнь. Тюнь. Иди отсюда. Но у него может быть еще такое, кстати, быть. Ведь может? Конечно, может. Так. Малышня подошла. Давай-ка сделаем вот так. И, наверное, я еще и вот так. Кровожадность же у него есть. Об этом тоже не забываем. О, в надгробие прячет. Окей, поехали. Так, у нас срабатывает с тобой защита, так ведь? Оставим пока. Так, еще один чудило. Наверное, мы сделаем. Нафиг где тут делать-то так? Зачем? Мне этого не поставить никуда. Давай сделаю вот так. И вот так. Поехали. Не знаю, что он там с этих идиотов понаполучал. О, как. Понятно. Почерком. Еще вытворяет. Поехали.
Пеймс. Пеймс, ну тут понятно. Итого 4 хп. Смотрим. Так, купить души. Все? Угу. Поехали. Ну что, заряжаем? Нет, уже не заряжаем, ребят. Так, иди отсюда. Пошел прочь. Поехали. Ну что думаем-то, ё-моё. Угу. О, а чего-то? Ты заколебал, а? Поехали. Так, да? И... И, наверное... Там пробивной, ребят. Поехали. Ох, сейчас ему повезет, а, ребята? Защита сработает? Отлично, спасибо огромное. Все, крышка ему. Два микса, видишь? Там уже пускай хоть что делает. Два микса, все, ребят. Тут... Поехали. Раз. И два. Ну, вот и все. Ладно, ребятушки, было интересно сегодня поиграть. Конечно, много проигрышей, но это игра. Игра, и ты с этим ничего, к сожалению, не поделаешь. Когда-то везет тебе, когда-то тебе не везет. В общем, все пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.